Приветствую, друзья! Вы на канале Розы от Сережи. И сегодня у нас композиция из прекрасных тюльпанов. Посмотрите, вот они упакованные лежат. Милахи наши. И немножко фисташечки будет. Вот, посмотрите, какая прелесть. Вы сами сейчас все увидите, поэтому сразу же подпишитесь, пожалуйста, не отходя от кассы. И поставьте лайк, чтобы потом не забывать, ну там, то, как обычно бывает, задуришь себе голову, и потом уже и не лайка, и не распространения, и ничего не будет. Поэтому давайте сразу же это все сделаем, и будем уже наблюдать за движениями нашего флориста Ирочки. Ирочка первый день у нас работает, обучается, поэтому смотрим внимательно. И слушаем, конечно же, ваши прекрасные комментарии. Светка Анпилогова пишет нам. Сережа, юморист, отличный комментатор. Спасибо сразу же, Светка, я вам говорю серьезно, потому что ну, такого я, если честно, с первого комментария не ожидал. Айришка милая, букеты, как всегда, чудесные, приятно вас смотреть. Спасибо. Что скажешь, Иришка? Ирочка новенькая наша. Видишь, милая. Милая, еще не успела влиться в работу, а уже милая. Отлично. Татьяна Счастье пишет нам, почему верба стала котиками. Вчера обошла наши цветочные магазины. Урал, средней численности город. Просто печаль на вашем фоне. Ага, тут двойной вопрос, Татьяна Счастье. Ну, значит, отвечаем на первый вопрос, Татьяна. Вот наши котики. Ну, у нас в детстве, допустим, мы вербу называли котиками, поэтому ничего страшного в этом не видим. Да, Ирочка? Извини, Ирочка, что я задаю тебе сегодня много вопросов. Ты у нас первый день работаешь, но все равно. Я молча делаю. А вот по поводу Урала, может быть, потому что к вам далеко возить цветы, я не знаю даже, почему, ну, почему у вас небогатый выбор. У нас как бы с этим проблем нет. Что хотим, то и привозим, да, кисонька? Что это такое за леопарды? Ого, смотрите. Только посмотрите, какие леопарды. Ты такие не заказывала? Нет. Это попались такие? Ну да, это были. А они такие выращивают вообще? А я даже не знаю, наверное. Прикольно. Так давай закажем, все такие классные. Вам нравится, друзья? Не очень. Не очень? Не твоя тематика. Кстати, тюльпаны у нас местные. Кто-то у нас там интересовался, я не помню. Это не Голландия, все местный производитель. Давно с ними работаем. С голландскими работали. На прошлые дорогие праздники они безумно дорогие. Не, на прошлом мы не работали. На позапрошлом. Позапрошлом. Так ты же первый день работаешь. А, ты там где-то у себя работала раньше? Да. Понятно. Мила Киса. О, Мила Киса. У меня был прошлый флорист, ее Кисонька звали просто. И тут, может, это она, не знаю. Мила Киса пишет нам. Ребята, сил вам и терпения в преддверии 8 марта. Готовимся. И да, всегда стебель гортензии очищаем. Спасибо. Спасибо, Мила Киса. Знакомый почерк Кисоньки, если честно. Ну ладно, не будем о прошлом. Нова пишет нам, листья с гортензии рекомендуется убирать. И не слушайте в кавычках опытных флористов. Спасибо, Нова. Возьмем на заметку. Надежда Сухова, как называются симпатичные веточки, которые добавляете в букет? Что за веточки? Может, эскалип? Ирочка. Я просто не знаю, про что. Может, это эскалип? Может быть. Посмотри, может, ты поймешь, что здесь было. Да, эвкалипт. Эвкалипт. Это эвкалипт. Это эвкалипт. С вас $5, Надежда, извините. Но расценки у нас нынче такие. Так, дальше. Наталья Дайкова. Восхитительные букеты. Спасибо, Наталья. Вот, стараемся, обучаем новичков. Все пока нормально идет, да. Делает четко. Молодец, деваха. Серый. Наталья Дайкова пишет, весна. Да, ждем весну. Анастасия Енелина, обожаю вас, настроение поднимаете со своими цветами и юмором. Спасибо, Анастасия. Надеюсь, с новенькой тоже будет все прокатывать у нас четко. Серый.
новенькая. Наталья Косов или Косов. Лучше свипер, поэтому вас и смотрю. А, это по поводу выпендрежа. Да, Наталья, без проблем. Выпендреживать мы можем в любой момент. Поэтому смотрите с удовольствием. И мы будем с удовольствием читать ваши комментарии. Лера пишет: первый для себя, второй в подарок. Отлично, Лера, супер. Это по поводу сегодняшнего букета с этими, как их называют? Две упаковки где было, помнишь? С выпендрежем и без. Что-то не уезжаю. Ну сегодня полиэтилен. Ну днем тюльпаны упаковывали. А, ну я же говорю, ты же новенькая, ну реально, ты смотри, потому что ты у меня вылетишь быстро с такими. Я забыла, но. Из роз, ой, из тюльпанов. Да, да, да. А, Лера пишет: женщина и цветы — лучшее сочетание. Согласен, Лера, но в руках мужчины как бы тоже ничего себе так смотрятся цветочки, если честно. Мне надо как-нибудь пивка попить, короче, и прокомментировать. Нормально было бы? Я бы веселый такой был. Не, а ты так веселый. Я и так веселый? Ну ладно. Светлана Савицкая. Даешь, выпендрешь на максималках. Да, Светлана. Даем. Даем по полной. Марго, какими видами бумаги пользуетесь? Подскажите. Давайте тишью. Зададим этот вопрос нашей корейская. Новенькой. Тишью, корейская. Иногда крафт. Иногда крафт. Сейчас купили еще крафт такой итальянский цветной. Итальянский цветной еще крафт. Пока не пробовала. Хотя раньше когда-то работала с ней. На какой фирме? Это фирме. И что еще? Еще какие-то бумаги? Так, что еще? Ну вот эта пленка, которая цветная. Это так ты все-таки сюда их сандалила, да? Ну да, подумала, что... Хотела сказать, для аромата. Ну-ну-ну, извини, что перебил. И что еще? Так, что у меня там еще есть? Ну, наверное, все. Все, а, пленка матовая получается, пленка пудровая, крафт, тишью. А вечерняя пленка? Какая вечерняя? Вечерней нету? Не бывает такой? Это еще очень мало работало просто. Ладно, пройдемся. Спасибо, Марго, за комментарий. Надеюсь, мы ответили на вас, на ваш вопрос. Лилиана Шиндель. Сережа, с выпендрежем шикарнее. Спасибо, Лилиана. Рад, что у меня такие позитивные подписчики. Очень мне это нравится. Татьяна спрашивает: для меня. Да, Татьяна, для вас. Но не этот букет. Для вас будет немножко другой букет. Его вам скоро подарят. Обязательно спасибо за комментарий. И Кристина спрашивает у нас. Вот одну минуту назад буквально комментарий пришел. И спрашивает, чем связываете букет. И мы ей с удовольствием ответим. Раз. Оазисная штука. Оазисная штука. И рафия. Вот люблю работать с рафием. Вот. У меня такое ощущение, что мы по кругу постоянно одни и те же вопросы отвечаем, нет? Не все видишь, не все смотрят. Пора завязывать, что ты шарманкой, короче, все, я удаляю канал. Пошло на все в баню, кисонька. Чего пошло? Нормально, думаешь? Сергуня. Ну ладно, раз нормально, так нормально. Тем временем уже почти... Так, Ирочка, хорошо, молодец, в принципе, для... Первого для собеседования, да, для первого раза подойдет мне такая работа. В общем, вы приняты. Приходите завтра на 5 утра. У нас график с 5 до 5. Устраивает? Конечно. Видите, как подросли наши тюльпашки. Совсем забыли, что стоимость корзины сколько? Ты посчитала? Нет, не считала. Как не считала? Ты же при мне считала. Нет, я не считала. Я считала, что... Здесь 45 тюльпанов, а стоимость я не считала. Понятно, 45 тюльпанов. Ладно, пошли, кисонька.